Этот день одобрили на внеочередной сессии Краевого Заксобрания. За проведение выборов проголосовали 64 народных избранника. Отметим также, что выборы губернатора края обойдутся в 350 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем 4 года назад. Впрочем, новые расходы поправками в бюджет региона депутаты сегодня также одобрили. Мы даем сигнал всем, кто желает принять участие, а самое главное, жителям нашего Алтайского края. Это один из важнейших, наверное, моментов вот в избирательной кампании региона, вообще в жизни нашего региона, когда будет избран новый руководитель, новое высшее должностное лицо. Выдвигать кандидатов на выборы по краевому закону имеют право только политические партии. Претендентам на участие в выборах губернатора нужно собрать подписи 7% муниципальных депутатов и избранных глав. В Рио губернатора Виктор Томенко уже заявлял, что примет участие в выборах.